Представляю вашему вниманию сервисный центр GSM Moscow. Самые низкие цены, а также интернет-магазин Складис, продажа запчастей по всей России. Всем привет, с вами GSM Moscow. Сегодня мы заменим экран на Samsung Galaxy S5. Приступим. Для начала необходимо отщелкнуть заднюю крышку. Она легко довольно-таки снимается. Вынимаем аккумуляторную батарею. Теперь, чтобы снять дисплейный модуль, нам необходимо его нагреть. Мы его уже нагрели заранее, просто вам показываем, как вот нагревается обычным феном. То есть вот скорость быстро. Нагревайте равномерно. Если плохо нагреете, соответственно, будет очень тяжело снять дисплейный модуль. Берете металлическую лопатку, либо медиатор и отклеиваете ее. Аккуратно у кнопки Home. Тут идет шлейф. Не повредите ее. Отклеиваем дисплейный модуль. Необходимо отсоединить шлейф. Отсоединили. Дальше продолжаем отклеивать дисплейный модуль. Отклеили. Теперь необходимо отсоединить дисплейный модуль от печатной платы. Все, отсоединили. Теперь нам необходимо вынуть кнопку Home из дисплейного модуля. Она приклеена и довольно-таки сильно. Снимайте ее аккуратно. Все, сняли кнопку Home. Все, дисплейный модуль. Нам больше он не понадобится. Берем новый дисплейный модуль. Его нам необходимо установить. Для начала снимаем сзади защитную пленку. На оригинальных модулях клей уже присутствует. То есть мы не будем устанавливать дисплейный модуль на скотч 3M. То есть на вот этой медной поверхности уже присутствует специальный клей. Устанавливаем кнопку Home. Теперь дисплейный модуль необходимо подсоединить к печатной плате. То есть подсоединяем. И устанавливаем. Советую вам устанавливать дисплейный модуль с первого раза, так как будет затруднительно его повторно снять. При повторном снятии его можно повредить. Подсоединяем шлейф. То есть, грубо говоря, у вас одна попытка. Приклеиваем. Устанавливаем заглушку, аккумулятор и устанавливаем заднюю крышку, и все. Мы вам показали, как самостоятельно произвести ремонт
Все необходимые запчасти вы можете приобрести у нас в интернет-магазине. Продаем запчасти по всей России. Либо обращайтесь в наш сервис-центр, где мы устраним любую поломку профессионально. Всем пока, подписывайтесь на канал, ставьте лайки.